Продолжаем. В Челябинске мужчина отрезал себе мизинец левой руки в знак протеста и теперь грозит отрезать по пальцу каждую неделю. Он требует пересмотреть решение по делу об изнасиловании его жены. Идея появилась из-за того, что все законы, вот есть УПК, есть Конституция, все законы и средства мною исчерпаны. Я же не требую что-то там озеленения Луны или чего-то. Просто расследуйте дело согласно УПК. Все. Больше у меня нету аргументов пальцы отрезать. То есть, как поступают некоторые там товарищи, допустим, в Германии, вот сейчас модно там ножами людей резать. Я не хочу, чтобы страдали невинные люди. Салима Губанова заявляет, что стала жертвой одного из полицейских. Зимой, когда соседи по квартире пожаловались на шум в комнате супругов, их забрали в участок. В Следственном комитете возбудили дело по заявлению, но проведенные экспертизы слова женщины опровергли. Сама она признает, что факт изнасилования практически не помнит. Закрыли меня в какой-то комнате, один избил, другой изнасиловал. Я была вопившая, я сразу скажу, вопившая была. Но и происходящее я помню, я туманно помню, потому что они мне ударили по башке. Когда я вот очнулась, он уже одетый стоял, вот этот сотрудник полиции. Но теперь дело завели уже на саму Салиму за ложный донос, соединенный с обвинением в совершении тяжкого преступления. И вот супруг решился привлечь внимание таким травматичным способом. Когда кончатся пальцы на левой руке, он говорит, что готов пожертвовать даже кистью.